Спасибо, что спасли нас. Пожалуйста, без оружия на этом острове не выжить. Да у нас есть луки, просто мы не успели их взять. Луки тоже не спасут, только огнестрельное оружие. Да. Меня, кстати, Джон Маршу зовут, но можно просто Джон. А меня Джек Стивен, можно просто Джек. А что с вашим приятелем? Это Питер. Он, кажется, ударился головой и потерял сознание. Надо его занести в дом. Давайте я вам помогу. Только надо бы динозавра убрать с дороги. А что с дверью делать? Починим. Ну, рассказывайте, как вы тут оказались? Давай на ты. Ну, хорошо. Я постараюсь короче. Нам с Питером дали отпуск. Мы летели на частном самолете в Египет. Пролетая над Атлантическим океаном, мы попали в шторм. Наш самолет потерпел крушение. Я не знаю как, но мы выжили. Мы собрали вещи и пробирались через джунгли. Потом мы нашли этот город, но никого в нем не было. Мы остановились на ночь в этом доме. Сегодня сюда вломился велоцираптор. Ну а дальше ты уже знаешь. Да. А как ты вообще нас нашел? Дело в том, что это мой дом. О, да? Я возвращался домой, услышал крики. Смотрю, динозавр вылезает из моего дома. Ну и я, недолго думая, подстрелил его. А что вообще случилось на острове? Почему все заброшено? Ну, это очень долгая история. Раньше этот городок был очень продвинутый. А все потому, что в недрах земли этого острова было очень много нефти. А соответственно, и экономика была тут очень хорошая. Сюда прилетало большое количество туристов. Отдохнуть на берегу океана. Здесь собирались построить отель, который простирался бы по дну океана вокруг всего острова. Представляешь, каких масштабных размеров он был бы? Ничего себе. А? О, Питер, ты уже проснулся? Ну как ты? Голова немного болит. А так нормально. Кто это? Меня зовут Джон Маршал. Он нас спас. Очень приятно. А меня зовут Питер. Я знаю, как тебя зовут. Мне Джек уже сказал. Ну, и что было дальше? А, да, так вот, никто не знает, откуда на острове появились динозавры. Сначала они были вдали от города, но вскоре они добрались и сюда. Я был в армии вместе со своим отцом. Он был главным генералом. Нас отправили сражаться с динозаврами. Когда мой отец летел в вертолете, птеродактили его окружили, и он упал и разбился. После этого вместо моего отца занял его помощник. Мы сражались как только могли, но динозавров становилось все больше и больше, и мы были вынуждены покинуть остров. Людей эвакуировали, и нас тоже собирались. Оставался последний вертолет, но я на него не успел, и все улетели без меня. Мне пришлось выживать тут из последних сил. Но на этом острове есть одна военная база. И если я не ошибаюсь, на ней должен быть вертолет. Но одному мне не удавалось до нее добраться. А с вами, я думаю, все получится. К тому же у вас есть автомобиль. Это очень хорошая новость. Давайте собираться. Тихо-тихо, Питер. Тебе еще надо полежать, отдохнуть. Ладно. Питер пусть лежит. А нам я предлагаю не тратить времени впустую и пойти подготовиться. Так. Помоги мне отодвинуть кровать. И что ты хочешь сделать под кроватью? Сейчас увидишь. О. Надо сюда спуститься.
Ничего себе у тебя тут склад оружия. Я же говорил, что я в армии служил. Да. Так, ладно, бери все, что тебе нужно, и пойдем. Желательно взять как можно больше. Джек, я тут подумал, у нас уже стрел в луках осталось очень мало. Не переживай, у Джона смотри, что есть. О, откуда столько огнестрельного? Я же говорил, что в армии служил. Вот это да, ничего себе. Ну, я думаю, нам остается только поесть и поспать. А завтра утром отправимся. Ну так что, может тогда поедим? Что? Я просто проголодался. О, ребята, вы проснулись? Ну как спалось? Отлично. Мне тоже. А ты что, не спал? Да так, чуть-чуть. А чего? Я искал карту. Так как я не в точности помню, где находится база. А каждая ошибка может сбить нас с пути. И мы потеряем уйму времени. Ну, слава богу, я ее нашел. Ну, вот и хорошо. Так что, едем? Сейчас уже будет выезд из города. И что это такое? Нет, неужели закончился бензин? Не переживайте, здесь рядом есть заправка. Мы можем дотолкать туда автомобиль. Хорошо. Давай.